бывших чекистов не бывает. Андрей Яркаев, полковник юстиции, искренне убежден, что самый главный навык, который он приобрел за годы службы, это навык работы с людьми, умение понимать человека, подобрать ключик к нему. Эти ключики всегда разные, но именно они главные. Все остальное – частности. Полковник юстиции Андрей Яркаев, чекист, который может понять. Андрей Иванович, давайте вот с чего начнем. Значит, ну я почитал немножко то, что можно было прочитать, да, и понял, что вот когда Андрею Ивановичу 7 лет, мне 4 года. То есть фактически мы, ну, там росли в одной стране. Да, и вот я сейчас листаю и как бы с удовольствием отмечаю, что у меня тоже такой похвальный лист есть. Абсолютно такой, да? То есть какие-то вот коды, которые как бы формировались там в 70-е годы, ну, мне известны, мне знакомы, да? Вот интересно, как вы запомнили свое семилетие, как вы запомнили вот эту форму, как вы в школу пошли. Давайте сначала вот начнем. Михаил Анатольевич, правильно вы сказали, что да, действительно, мы с вами практически ровесники, и жизнь наша начиналась и проходила в то счастливое время, которое называлось детство пионеров, комсомольцев Советского Союза. Вот та фото в кителе, которую вы вот открыли, когда нам было всего 5, 6, 7 лет, мы все хотели обязательно служить в армии. Мы знали, что советская армия — это форма закалки любого мужчины, любого гражданина тогда Советского Союза. Мне сейчас удивительно с моим ростом, как этот китель военный, он практически был на земле. Но я счастлив, что в это время вот я сумел одеть форму своего дяди. И всю жизнь эту фотографию вожу с собой и очень ей горжусь. Что касается вот дальнейшей жизни школьной, ну, примерно она у всех, конечно, была одинаковая, как у вас, у нас, у всех жителей тогда нашего славного поселка Ябный Овраг, города Жигулевска, Самарской, тогда Куйбышевской области. Вот в этом альбоме есть несколько грамот, которые вручались, наверное, каждому ученику любой средней школы. Вот похвальный лист, потом есть замечательная грамота с портретом Владимира Ильича Ленина, значит, которая была вручена на 40-летие Победы, с учетом, что прошло уже сейчас более 35 лет, это уже становится раритетом. 18 лет я был призван в ряды Советской Армии. В Жигулевске? Да, в Жигулевском военкомате. Как и многие жители Самарской области на Сызранском призывном пункте, меня забрали в Капустин Яр. Был такой военный городок, Капустин Яр, тогда Астраханской области. Потом я служил в Туле, в Самаре, в Уфе, в Оренбурге. То есть за 2 года я поменял очень много воинских частей. Было такое понятие тогда — стройбат, строительные батальоны. Я был строевым сержантом и заместителем командира взвода, старшиной роты. Демобилизовался я через 2 года. Я поступил в органы внутренних дел. Это районный отдел внутренних дел промышленного района города Самары. Год я отработал на группе задержания отдела вневедомственной охраны промышленного РОВД. Через год, соответственно, когда подошло время поступать, руководитель отдела кадров пригласил меня. Он знал, что я поступал в милицию, чтобы заработать год стажа и идти на следующий год на юрфак. И предложил мне поступать либо в Нижегородскую высшую школу милиции, либо в Волгоградскую высшую следственную школу. Соответственно, я уехал в Волгоград, поступил. Значит, 4 года я учился в Волгоградской высшей следственной школе. Сегодня она называется Академия МВД Российской Федерации. В 96-м году, соответственно, я закончил, получил диплом, приехал сюда на практику. С января 96-го года я уже работал в промышленном нашем РОВД, вернулся туда, откуда получил направление, путевку в жизнь. Дробинин Владимир Григорьевич его подписал на обучение меня вот в нашу Волгоградскую высшую следственную школу. Туда же, соответственно, я вернулся в 96-м году на должность следователя и работал там целый год. В 97-м году я был, ну,
тогда, можно сказать, переведен, а фактически я был уволен из органов внутренних дел и поступил в органы безопасности. Это очень достаточно редкий случай для органов безопасности. И я из старшего лейтенанта милиции стал прапорщиком ФСБ, потому что в милиции звания специальные, а органы безопасности – это военнослужащие. Соответственно, они не учитывают воинских званий, которые там в милиции. Потом, соответственно, стал лейтенантом, потом старшим лейтенантом. То есть я дважды был лейтенантом юстиции. Принципиально для вас что-то наверное, что-то изменилось. Как вы почувствовали, что вот из милиции вы перешли на другого рода службу? Внутренне как это ощущается? Вы знаете, это очень большие изменения и в жизни, и в работе, потому что органы внутренних дел занимаются общеуголовной преступностью, это совсем другое. Органы безопасности работают на упреждение. Здесь совсем другая подследственность, здесь другой подход к расследованию уголовных дел. Здесь следователь задолго до задержания может изучать личность человека, с которым он будет работать. Здесь подбирает людей по направлениям деятельности. То есть если вы знаете, что вы будете работать там, в подразделении, которое занимается обеспечением контрразведывательных предприятий, там, допустим, авиационной промышленности, космической, что актуально для нашего региона, конечно, здесь надо подбирать человека, который имеет это образование. То есть он инженер, либо технолог, либо там какой-то инженер по авиационным двигателям. То есть он понимает ту тематику, на которой будет в дальнейшем работать. Если он собирается работать в журналистской среде, соответственно, это либо филолог, либо журналист будущий. Все во всех альбомах почти одинаково, но только не во всех альбомах есть отпечатки. Как появилось, да, и... Здесь все на самом деле очень просто, когда в органах внутренних дел проходит первоначальная подготовка, всех, соответственно, учат откатывать отпечатки пальцев. Это вот отпечатки пальцев рук мои, я сам лично их откатывал, оформил. Ну, конечно, грех выбрасывать такую картину, я вот ее сохранил, оставил, ну, может быть, когда-нибудь пригодится и мне. Что еще из профессиональных навыков, вот таких вот узкопрофессиональных у Андрея Ивановича есть? Я думаю, что основное узкопрофессиональное – это умение работать с людьми, подбирать те ключики к человеческому общению, которые нужны конкретному человеку в любой ситуации. Они всегда очень разные. Это основное, я считаю, чему должен учиться, всю жизнь учиться. Оперативник, следователь, любой руководитель из силового блока. Неважно, в МВД, ФСБ. Андрей Иванович, к Тольятти. Да? Тольятти. Тольятти, конечно, это очень интересный город, с учетом, что я вырос в Жигулевске, а служба в городе Тольятти обслуживает территориально, помимо города, Ставропольский район, Красноярский район, город Жигулевск, город Сызрань, Сызранский район. Служба в Тольятти, она, видите, чем хороша. Там колоссальная нагрузка, но она очень благодарна, потому что вы работаете по всем направлениям оперативно-служебной деятельности. И контрразведное обеспечение всех объектов, и экстремизм, терроризм, и следственные работы, и собственная безопасность, и оперативно-технические мероприятия, и все остальное. Ну и, конечно, там очень мощные традиции. Я очень рад, что я застал Вениамина Ефимовича Кожемякина, первого руководителя службы в городе Тольятти, фронтовика. И мне удалось много времени с ним провести, потому что это те люди, которые формировали службу в городе Тольятти. Это закладывали традиции, готовили кадры, которые до сегодняшнего дня еще работают, находятся в строю. В 2018 году меня перевели в управление как раз к чемпионату мира по футболу. И когда вы привыкли, что уже самостоятельный руководитель, и вам вместо, грубо говоря, 10 направлений дают только 3, вы понимаете, что, господи, маловато как-то нагрузки-то. Вот. И потом, когда я уже понял, ну, меня перевели в управление, сразу назначили заместителем руководителя группы по подготовке чемпионата мира и завалили вот этот небольшой груз ответственности.
И я понял, что да, вот если бы не служба в Тольятти, тяжело было бы тащить вот это все, потому что стадион, вы вспомните нашу солидарность, арену, это у нас не было таких стадионов, 44 тысячи зрителей. Но у нас сотрудник нашего управления с момента рытья котлована и до момента запуска этого стадиона присутствовал там каждый день. То есть это колоссальная работа, она невидимая, но вы попробуйте взять на себя ответственность. Вы представляете, сколько туда бетона завезли? И чтобы вот в этом бетоне случайно не оказалось какое-то самодельное взрывное устройство, залитое бетоном, которое потом когда-то сработает. Там было 6 матчей, насколько я помню, и приехало к нам тогда больше 250 тысяч иностранцев. Многие сотрудники были поощрены по результатам проведения чемпионата. То есть чемпионат – это такой айсберг. Наверху да, одно, айсберг, там под водой работа, много. Да. Это была просто колоссальная работа. Она была круглосуточной, задействованной. Мы были больше, чем практически за 8 месяцев до начала чемпионата. У вас наград много. Да, я думаю, что если серьезно, не так много работников даже сегодня, которые могли бы, скажем так, взвесить награды наравне с моими. Так сложилось, что... Какая первая, какая самая запомнившаяся? Может? Ну, первый, конечно, это 2000 год. Это медаль Ордена Заслуги перед Отечеством. Второй степени. Для меня это было... Я всего 3 года поработал в органах безопасности. Я был рядовым следователем. Даже не помню, лейтенантом или старшим лейтенантом. И получить государственную награду для меня это было что-то из ряда вон. Это была контрабанда наркотиков, несколько уголовных дел. Работали мы с оперативниками. Работали достаточно серьезно, тяжело. Чемпионат, кстати, произошел на следующий год после празднования столетия нашего управления. В 2017 году нашему управлению исполнилось 100 лет. Мы очень активно тоже готовились, перелопатили кучу литературы, повстречались там с ветеранами, собрали очень много материалов, издали очень интересную книгу. И мне, воспользовавшись своими, будем говорить, служебными полномочиями, удалось воткнуть вот на разворот огромную фотографию. Это открытие памятника Дзержинского. Но я горжусь тем, что сотрудники службы в городе Тольятти попали на эту фотографию. Потому что такой фотографии больше в книге нет. Андрей Иванович, ну скажите несколько слов про тех, кто был рядом с чекистом. Я имею в виду семью. Был, остается. Ну, с семьей все хорошо. Мы стараемся про семейную нашу жизнь не вещать. Но я могу сказать, что мой старший сын является военнослужащим, является ветераном боевых действий. Я очень за него переживаю. Он и сейчас находится там, где должны находиться военнослужащие. Очень горжусь им и очень жду его. Ну, давайте к вашему загранпаспорту. И к тому, что жизнь только начинается, говорит Андрей Иванович. Да, жизнь действительно только начинается. 27 сентября прошло ровно 5 лет. У меня выезд не ограничен. Я подал документы, получил согласие. Если честно, внутренне переживал, потому что могли не согласовать выдачу загранпаспорта. Я получил загранпаспорт на прошлой неделе. И с удовольствием теперь ожидаю, может быть, я смогу выехать за границу, посмотреть официально. Мне приходилось бывать за границей, но в служебных поездках, а здесь хочется побыть просто туристом. Михаил Анатольевич, воспользовавшись тем правом, которое принадлежит мне как одному из авторов знака, изготовленных к столетию нашего управления, знак уже редкий, прошло уже 7 лет. Это вот 17-й год. Да, это 2017 год. Этот знак Самарского управления. Здесь очень серьезные те, кто занимается этой нумизматикой, будут вам завидовать. Я вручаю его вам с большим удовольствием. Пусть в вашей семье тоже будет вот такой знак, как говорится, на память о нашей встрече. Спасибо большое.